дорогие друзья! Сегодня я с вами хотел бы поговорить про русскую народную веревочку. Движение под названием «Русская веревочка» уже давно прочно вошло в русский народный танец. Движение ног в танце имитирует скручивание веревки. Рекомендуется начинать изучение веревочки из первой свободной позиции. Итак, давайте начнем простую веревочку, или как ее называют, одинарную, изучать. Садимся в демиплие. Правая нога скользит по левой ноге до икры, заходит за левую ногу и через мягкие полупальцы встает на полную стопу. То же самое мы делаем и... в этот момент левая нога скользящим движением выходит вперед. Получается у нас вот такое движение. Обратите внимание, чтобы пятка выше коленного сустава не поднималась. То же самое мы делаем и левой ногой. Получается у нас вот такое движение. Теперь мы можем сделать то же самое веревочку, только вперед. Принцип то же самое. Есть еще двойная веревочка. Принцип у двойной веревочки тоже такой же, только мы делаем двойной удар сзади рабочей ногой. Выглядит это так. То же самое мы делаем вперед. Дальше. Руки при исполнении веревочки могут быть разными, в зависимости от того, от создаваемого образа. Вот. Она очень хорошо комбинирует с различными дробями, ковырялочками, переборными подскоками и другими элементами. Ну, покажу сейчас комбинацию с руками из ковырялочек. И еще одну комбинацию с подбросом ног вперед. Итак, ребята, я надеюсь, вам понравилось. На этом все. Всего доброго, до новых встреч.